В Подмосковье состоялся автопробег в поддержку спецоперации по защите Донбасса. К патриотической акции присоединился и городской округ Люберцы. Перед стартом наша съемочная группа успела пообщаться с участниками. Мы поддерживаем всех тех, кто сейчас на самом деле освобождает простых мирных людей. Мы за ними двумя руками, ногами, мысленно, душой, всей телом там. Варвара Бочарова – коренная люберчанка. С начала спецоперации на Украине девушка внимательно следит за событиями. Оставаться в стороне от происходящего не может. Она участвует в автопробеге. Своих не бросает. Это малое, что мы можем сделать. Других людей призвать, обратить внимание на то, что действительно очень важно в наше время. Каждый участник патриотической акции наносит на свои автомобили символику Z. Этой буквой отмечена российская техника, которая участвует в спецоперации по защите Донбасса. Наша общественная организация поддерживает сегодняшнюю акцию. В связи с тем, что мы не можем оставаться в стороне, мы за мир, поэтому мы сегодня здесь. Бокс всех объединяет. Поддержку российским войскам участники автопробега выразили флешмобом. Перед стартом они выстроили из машин композицию в форме буквы Z. Хочу выразить свое согласие с тем, что сейчас происходит. И мы, как люди русские, не можем находиться в стороне. Мы поддерживаем курс нашего государства. Финиш патриотического заезда – городской округ Красногорск. Там встретятся все подмосковные участники автопробега. Их более 1000. От Люберец отправилась одна из самых больших колонн автомобилей. К акции присоединились около 200 жителей округа. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.